нету мусора. Добрый день, друзья. Ну вот очередное предложение по даче. Ну, наверное, это лучший вариант из того, что мы видели. Итак, 36 соток. 36 соток необработанной земли. Значит, состоит этот участок из 6 как бы дач. То, что было раньше наделено людям. Люди это все дело забросили. Вот выкопана яма. Сейчас это яма с мусором. Ну, видно, под гараж или еще под что-то. Подвал может. Ну, давайте посмотрим, сколько здесь всего. Вот идем, идем, идем. Это участки с одной стороны улицы. Идем. Это. Вот здесь вот есть такой фундамент. Кто-то начинал строить дом. Выгнал хороший фундамент. 6 на 10. Или 6 на 9, или 6 на 10. Но перемеряю. Фундамент из гранита. Выложен гранитом. Вот, видите? На участке еще валяются вот такие гранитные глыбы. Пригодится для... Ну, там сад камней сделать или еще что-то такое. Ну, это вот привезли чернозем, но его добрые соседи разбирали. Ну, запущено все так, конечно. Ну, вот, вот такой вот фундамент. Вот, давайте еще ближе покажу. Пройду. Зачем вот здесь, вот как бы выкапывали, непонятно. Ну, это все надо разбираться. Вот это, видимо, место под печку. А что? Ну, она говорит, не было тут ямы. Ну, я не знаю. Ну, вот так. Ну, тут вон и кирпичом было выложено. Уже вон следы от кирпича. Вот, то есть вот его дом. Вон, видите, забор. Сюда, сюда вот этот вот фундамент. Вот накрыт как бы большой глубокий погреб. Глубина явно больше 3 метров. Так, секундочку, я поймался в дикую розу. Вон там яма. Так, чтобы не провалиться. Ну, там большой-большой вот по всему. Значит, вот здесь. Вот. Вот сюда. Это большой такой подвал. Так, сейчас спущусь. Опа. И идем дальше. Шесть и шесть? Да. Ну, меряй дальше. Ты у нас... Щитовод, ну, 6,6. 7 метров. Ты по краям, это по краю мерила как бы? Да. Это, наверное, 6-метровый, толщина стен. Вот. Сюда, сюда, сюда. И вот следующий участок. Вот. В общем, вот до соседей, до вот этого камня. Вот. Вот это вот одна сторона участка. Пройдем дальше. Это длина участка. Теперь в ширину. Давайте пройдем. Ну, какие-то деревья. Но видно, что оно все такое запущенное. Яма. Непонятно, для чего рыли, что хотели сделать. Вот там домик, то туалет и душ, и то, по-моему, блочная кабина, как ставилась в многоэтажках, то есть душ и туалет, сделано из бетона.
там яма, все сделано, то есть хорошая конструкция, пригодится для чего-то. Вот еще ямы. Может, это ямы выкапывались под деревья? То есть тогда бери в эту яму и сажай, загружай ее черноземом и сади дерево. Ну, тогда, наверное, так. Вот, продолжаем идти по нашему участку. Это труба с водой. Вода подается 2 раза в неделю. Ну, значит, надо ставить какой-то бак для воды. Продолжаем идти. Теперь уже к другой улице. Идем, идем, идем. И вот. Вот конец участка. Сюда. То есть вот. От одной улицы до другой улицы. И опять идем вперед. Это все можно взять. Вот такой участок. Здесь был чернозем, но уже поменьше его. Подпорная стенка тоже чернозем. И еще одна яма. Еще одна яма с мусором, которая засыпалась. Вот. Все это надо вывозить, конечно. Или закапывать, или вывозить. Вот такой вот участок. Он почти квадратный. Еще раз говорю, 36 соток. Ну и теперь самое интересное. Сколько же стоит такой участок? Ай, сколько стоит, сколько стоит. Глубина чернозема вот в этой части участка. Ну, сантиметров 50 будет. Тоже, видите, брали чернозем люди. Надо снова довозить. Вот. Вот такой вот участок обходится бесплатно. Бесплатно обходится такой участок. Пишется заявление, переоформляется. Вот, вот какие-то ямы под деревья. Ну, вы представляете, сколько здесь работы? Работы здесь много. Место хорошее. То место, которое я показывал. Одно из тех мест, где ловится рыба. Не всегда, но ловится. Ну вот, вот такой вот участок. Вместе с двумя ямами, которые завалены мусором. С ямами под деревья. И я считаю, с хорошим фундаментом, который не треснут. Ничего с ним не произошло за эти годы. То есть неплохой фундамент. Вот он. Надо, конечно, делать отдушины. Но то уже такое. То уже вот что посоветуете, то и делать. О, змея ползет. Пошли посмотрим. Две змеи. Давай посмотрим. Змейка. Вот змейка. Вот. То ли ужик. Это коричневые эти, которые ядовитые. То ли ужик, то ли змейка. Ну, понятно, в таких хащах и что угодно будет водиться. Большие. Большие. Какие большие? Испугалась маленькая-маленькая змейки. Ну и сколько длина фундамента? 10. Какой-то странный размер. А, ну по центру меньше, наверное, 6 на 10. 6 на 9,5. Ну, что-то такое. Ну что, что посоветуете? Брать этот участок или не брать? Речка вот буквально за тем холмиком. Ну, до речки там метров 100.
То есть взял лодочку на трансовых колесах и покатил. В принципе, участок более-менее ровный. Ну вот, жду вашего совета.